спонсор выпуска канал Goods from China. По ссылке из Китая видеообзоры телефонов и планшетов. На канале проводится два конкурса на планшет и iPhone 5C. Подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. Ребята, всем привет! Сегодня у нас в обзоре вот такой вот аппарат. Каждый по-разному читает. Сегодня я прочитаю как THL. Пусть будет так. Это модель 4400 или 4400. Новинка от этой компании. Собственно, по компании, что могу сказать? Сколько телефонов у меня не было THL. Проблем никаких не было. Люди хорошо покупают, телефоны нормально работают, с прошивками тоже нет проблем. Ну и с этим аппаратом, собственно, как можете догадаться, тоже проблем нет. Давайте с внешнего вида. Что мы имеем? Мы имеем вот такой вот небольшой аппарат, который у нас не очень толстый. Хотя, по идее, с такой батарейкой телефон должен выглядеть побольше. Но, как видите, как бы с размерами у него все нормально. У нас 5 дюймов. Задняя крышка у нас структурированная. На самом деле, когда первый раз берешь телефон в руки, кажется, что она металлическая. Но на самом деле это вот такой вот структурный пластик. Сзади у нас есть 8-мегапиксельная камера, которая с интерполяцией до 13. Вспышка есть. Динамик здесь у нас есть. Слева сделали, все переделали. Слева у нас кнопка включения, кнопка разблокировки. В принципе, на 5-дюймовом телефоне это будет поудобнее, потому что когда телефон лежит, вот, собственно, пальцем вы разблокируете. Можно разблокировать и включить, потому что сверху тянуться, ну, не очень удобно. Справа у нас качелька громкости, больше ничего нет. Сверху у нас 3,5 для наушников и microUSB вход. В принципе, все, больше ничего нету. Под крышкой у нас 2 сим-карты и слот для microSD до 32 гигабайт. Давайте включать. Включаем, нас встречает прекрасный дисплей за эти деньги. У нас здесь разрешение 1280 на 720 HD, IPS, Gorilla Glass 3-го поколения, и у нас экран выполнен по технологии OGS. Как можете увидеть, картиночка у нас вот так вот выглядит, в принципе, иконки почти лежат сверху. Не сказать, что это супер прям пупер классная матрица здесь стоит, но для этой стоимости... Все сравнивают с Lenovo P780, потому что по батарейке аналогов других нет. Вот THL выпустили этот телефон, сразу сказали, что P780 чуть, конечно, упадет у него продажи и цена упадет. Что, собственно, и случилось, чуть цена упала, но этот телефон выглядит получше, уже посвежее выглядит. И по дисплею он, конечно же, выигрывает, потому что, насколько я помню, Lenovo P780, но была даже видна сетка. Здесь такой проблемы нет. Давайте сразу по характеристикам. Что же у нас такой вот за аппарат? Так, и запуск. Ну, и целых выдает у нас хорошо, 18 800 баллов. Не знаю, почему этот телефон столько набрал, как-то все в этом, именно в моем экземпляре все сбалансировано, потому что с этим железом телефон где-то набирает в районе 17 тысяч. Ну, как видите, 18 800 очень хорошо для 4-ядерного процессора. Что мы имеем? THL 4400, Android 4.2.2. МТК-шный процессор 6582, Mali 400MP видеоускоритель, HD разрешение, задняя камера у нас 8 мегапикселей, интерполяция до 12,6, 1 гигабайт оперативной памяти, 4 гигабайта встроенный накопитель, 4-ядерный процессор работает на частоте 1,3 ГГц, ну и в принципе здесь Wi-Fi, понятно, Bluetooth, все это есть, все датчики абсолютно, которые нужны, есть, GSM-сенсор, компас, датчик приближения, датчик освещения, все есть вот в этом телефоне. Выходим мы из этого. Сразу, если кто заметил, хотя давайте чуть позже перейду, давайте по тестам уже пройдемся до конца. Так, выходим. И следующим у нас этапом, конечно же, Nanomark.
Иномарк тоже неплохо набирает. 51,5 кадров, HD разрешение. Неплохо. Неплохо, сбалансированный, я же говорю, очень сбалансированный телефон, потому что компания, в отличие от других производителей, малоизвестных, занимается еще и прошивками своих телефонов, поэтому, то есть компания крупная, и не просто собрали телефон, вкинули прошивку какую-нибудь стоковую и выпустили. Здесь нет, все сбалансировано, все работает отлично. Дальше, что еще впечатлило, это, конечно, мультитач, который на 5-дюймовом экране, дисплея. У нас 10 касаний. Смотрите. Наглядно все, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. Поэтому никаких ложных касаний. И в игрушки, конечно, играть тоже на этом телефоне можно. Все прекрасно. Кстати, это яркость не на всю. Сразу вам продемонстрирую яркость дисплея, потому что яркости хватает здесь с головой. Как видите, сейчас яркость стоит меньше, чем на 50%. И вот так это все выглядит у нас уже со 100% яркостью. Ну, экран действительно классный. За эти деньги вообще ребятки постарались. Спасибо им за это огромное. Так, яркость уменьшаем, уменьшаем. Дальше. Что у нас еще? Что еще? GPS. GPS в этом телефоне работает. Поначалу, как всегда, тяжеленький старт на 2 спутника, потом 3, 4, 5, 6 и 7 вроде спутников максимум мне удалось добиться. Это за 5 минут. То есть не было там... Сутками я стоял и искал спутники. Вот за там за 4 минуты где-то удалось мне словить 7 спутников. Поэтому GPS средненький, не сказать, что он супер-пупер, прям не набирает там 10 спутников и так далее. Но он будет работать, и вам его с головой хватит. Так, что касается у нас внешнего звука, порадовал очень динамик, потому что раньше компания THL, телефоны, я помню, у меня был W8 точно был, Т100, много было этих телефонов, и не особо радовал звук, то есть звук был на среднем уровне и не хватало громкости, качество было нормально, но не хватало громкости. В этом телефоне это исправили, поставили другой динамик, и звук действительно радует. Также звук достойный. Не супер-пупер, но можно слушать в наушниках, то есть обычный пользователь будет с головой доволен звуком, который выходит из наушников, которые, кстати, есть в комплекте, внутриканальные. Что касается камеры, передняя камера у нас 5 мегапикселей, она без автофокуса, и я вам скажу, ребят, она неплохая, то есть для скайпа и для чего там, где там еще можно поговорить, в вайбере, еще где-нибудь, то есть ее хватит. Но, опять же, чуть освещение меняется, чуть темнота появляется, сразу ничего не видно. То есть камера чувствительная к освещенности. Задняя камера у нас реальных 8 мегапикселей, интерполяция 12,6. Вот, действительно, 8 мегапикселей, ничего не могу сказать плохого, ничего хорошего. Снимает нормально, в конце видео, в конце обзора вы увидите фотографии и видео, отснятые с этой камеры. Что касается... производительности в этом телефоне, все, в принципе, игрушечки здесь пойдут на среднем уровне, потому что все-таки 4-ядерный у нас аппаратик и оперативки 1 гигабайт, поэтому здесь нечему удивляться. Вот. Что касается дальше интерфейса, есть у нас вот такая вот кнопочка появилась, если вот вы ее видите, ее можно перетащить. Это новинка THL, такое я еще не видел, это кнопка быстрого доступа а-ля iPhone, в которой можно включить музыку, видео, можно включить вот такой вот небольшой калькулятор и быстро посчитать, сколько у вас зарплата, там еще что-нибудь. Вот, ну вот такого плана. В настройках она выключаете, заходите в настройки, вот она есть, Flip Up. Вот, включаете, выключаете. Вот такой вот аппарат. Что касается батарейки, конечно же, главный плюс этого телефона, это батарейка в 4000 мАч. Я вам так скажу, ребят, если с телефона пару раз звонить, и что-то там написать смс-ку, то этот телефон проживает до недели, где-то дней 6, вот так вот у вас телефон этот проживет. В максимальной нагрузке, если по полной программе, телефон живет 9 часов. Вот, телефон реально стоит своих денег, это никакая не реклама, никакие не проплаченные обзоры, потому что сами можете в этом убедиться. В принципе, за время тестирования не было выявлено каких-то таких минусов. Вот. Единственное, когда-то я замечал, и вот сейчас есть, вот смотрите, когда я захожу в меню, следите за интерфейсом. Видите, как иконки пропадают с рабочего стола?
чуть задерживание на миллисекунду. Вот это все, что я обнаружил. А так, в принципе, действительно телефон порадовал и достойный соперник на сегодняшнем рынке. Также по поводу еще дополнительных функций в этом телефоне. В комплекте у меня шел бампер силиконовый, ну, собственно, он силиконовый и силиконовый, здесь ничего не скажешь. Дальше вот такой вот шел интересный флип-чехол. Сейчас я вам покажу, как он работает. Вставляем аппарат. Отлично становится. Закрываем и а-ля у нас появляется, да, очень светло, ярко светит. У нас появляются вот такие вот часы. Сейчас я вам покажу, чтобы камера сфокусировала. Вот. Вот такие у нас появляются красивые часы. Также у нас здесь кнопка, для кнопки есть такая вырез. Вот, включается и выключается. Камера просто не берет, потому что очень ярко. Очень красиво и я считаю вообще достойный чехол. Хоп, хоп, заблокируется. Часы появились. Хоп. Здесь уже что-то у нас открылось. А, это зашли уже в часы мы. Вот, вот такой вот флип-чехол есть в комплекте. Я считаю, что отлично. И дальше. Сейчас я вытащу его. Не все этот чехол, конечно же, кладут в стандартную комплектацию. Некоторые хотят на этом, конечно, разбогатеть и продать вам отдельный чехол. Но вот в магазине в Tiny Deal, где этот телефон приобретался, это все шло в комплекте. Также еще шла дополнительная пленочка THL оригинальная. Здесь уже пленка наклеена. Еще шел вот такой вот OTG, вот такой вот переходник OTG, OTG. И сейчас я вам покажу, что этот телефон умеет. А с этой батареей он это умеет, поверьте. Вставляем микро USB, который идет в комплекте. Подключаем телефон. Опа, подключили, да? Берем Mizu. Mizu. И включаем сюда его. И ничего у нас не происходит, да? Ничего сейчас не происходит. На самом деле происходит то, что идет зарядка. Телефон можно использовать как пауэрбанк. Сейчас мы с этим разберемся. У меня получалось это. Не знаю, почему сейчас не получается. Да, вот, пошло. Смотрите. И вот идет зарядочка на телефоне. То есть, как я читал, те люди, которые тестировали именно сколько выходит, там выходит 0,5 ампер или миллиампер, я в этом особо не разбираюсь. То есть, 50% мощности зарядки, которую выдает сам, собственно, само зарядное устройство от этого телефона. Поэтому, если у вас есть какой-нибудь телефон Android, у которого там второй телефон у вас на 2000, если у него там батарея миллиампер, то как бы этим телефоном можно его в любой момент еще на 100% зарядить. Вот такой вот аппарат THL 4400 был у нас в обзоре. Дальше вы посмотрите картиночки, фотографии и видео с этого телефона. Телефон реально рекомендую, ребят, без рекламы, без ничего, потому что как бы за рекламу мне никто не платит, и верные подписчики об этом знают. Телефон реально достоин, сам бы таким ходил бы, в принципе. И, конечно, главное преимущество — это батарейка. Батарейка и еще раз батарейка. Все, ребят, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылка на телефон в описании. Пока-пока. Тест задней камеры THL 4400. 8 мегапикселей заявлена камера, интерполяция до 13. Автофокус, конечно же. Давайте приблизим, посмотрим. Сфокусируемся.
8-мегапиксельная камера, ничего особенного. Неплохо снимает. 8 мегапикселей есть.